Заученные с детства номера телефонов 01, 02 и 03 меняются. Ведущие информационные агентства страны сообщили, номера экстренных служб в России стали трехзначными. По какому номеру вызывать пожарных, врачей и полицию жителям Чувашии, разбиралась моя коллега Ольга Пырочкина. К привычным 01, 02, 03 добавилась единица. Отныне номер скорой помощи 103, полиции 102, МЧС и пожарных 101. Касается такое нововведение стационарных и мобильных телефонов. Трехзначными номера стали в соответствии с приказом Министерства связи и массовых коммуникаций страны, который, кстати, вступил в силу 27 января. Что ж, сегодня уже 30 число, попробуем позвонить в скорую. Невозможно. Перезвоните позднее. Перезвонить действительно можно позднее, к примеру, через несколько месяцев, а то и пару лет. В приказе не уточняется, в каких именно регионах приказ начнет действовать в первую очередь. То есть на сегодня нельзя говорить о том, что на территории Чувашской республики действует этот указ в полной мере. Сегодня, набрав по городскому телефону 101, 102, 103, вы этот звонок сделать совершить не сможете. Нужно набирать по-старому 01, 02, 03. Конкретных сроков перехода на трехзначные номера нет. Единственное, есть последняя дата. До 2017 года это должно совершиться на территории всей Российской Федерации. Другими словами, для абонентов стационарных телефонов все пока остается по-прежнему. Старые номера работают и будут работать еще долгое время. А вот в случае с мобильным телефоном все не так просто. Тут все зависит от оператора. К примеру, абонентам Билайна и Мегафона стоит набирать по-новому 101, 102, 103. Ну а тем, кого обслуживает Ростелеком, пока доступен только старый способ 010, 020, 030. Впрочем, позвать на помощь можно и по единому номеру 112. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика.